Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Сегодня мы будем изучать рыбалку. Давно хотел посмотреть на эту функцию, на эту систему новую. Потому что рыбалка — это очень круто, тем более если там платят. Хотя хрен знает, там платят или нет. Я помню еще с глобального обновления видоса, что рыбалка есть, и как бы я хочу попробовать. Конечно, ГВО давно вышло, но, пацаны, к новому приходим потихонечку, потихонечку ко всему приходим, не переживаем, все нормально, буду изучать как бы обновление. Это я как говорил в начале еще, что это в одну серию не вольется, как бы в одну серию мы не вложимся стопудово, потому что, ну блин, ну это нереально. 100 серий где-то придется потратить, чтобы изучить полностью обновление. Этим мы и занимаемся. Ну, параллельно я снимаю там другие, хотя я показываю интерьеры, как я покупал там аптеку, это новый бизнес, новый интерьер там. Ну, короче, вы поняли. Давайте наберем под этой серией 100 лайков, реально просто я вас очень прошу. Давайте наберем 100 лайков под этой серией, и вы будете просто топчиками, потому что активность немного упала, и давайте ее поднимем. Я думаю, вам нравятся мои видосы, поэтому обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Ну, а мы поехали рыбачить. Но для начала я заеду, наверное, на вокзал. Мне нужно оплатить штрафы, потому что, блин, у меня много штрафов неоплаченных. Поэтому давайте их с радостью оплатим, эти штрафы. У меня денег хватает? Да, денег хватает. Давайте оплатим штрафы, оплатить все штрафы. 30 тысяч, потому что у меня уже 15 штрафов, по-моему, было, и не хочется лишиться прав. 30 тысяч мы отдаем, и давайте поедем уже на рыбалочку. На рыбалочку. Я сначала, на самом деле, думал, что нужно покупать удочки в магазине 24/7, думал, что там удочки типа продают. Но нет, есть специальная команда, я ее узнал. Эта команда у нас Fish, по-моему, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас отъедем, чтобы мы никому не мешали. Сейчас уже 12 часов ночи, поэтому даже больше, даже час ночи, если не больше. И поэтому можно ездить как бы на красный. Там какой-то чувак на Мерседесе, видимо, меня узнал, либо я не знаю. Давайте доедем. Я не знаю, где рыбачить на самом деле можно. Давайте посмотрим команду эту Fish. Вроде бы как. Так, выйдем давайте из машины, пропишем Fish. Так, о, здесь есть как ловить рыбу. Давайте почитаем. Чтобы начать ловить рыбу, вам нужно найти хорошее местечко для рыбалки. Оно, как правило, отмечено специальным значком на мини-карте. Далее, чтобы начать рыбалку, нужно встать на это место, повернуть лицом к воде и закинуть удочку. Fish, начать рыбалку. Следите за поплавком и в нужное время многократно нажимайте на клавишу пробел. Не ошибайтесь с управлением, и будет у вас успешный улов. Хороший улов. Спасибо. Спасибо большое. Ну, кстати, приятненько написано здесь, подробно все нам расписали. Но если судя по видосу про глобальное обновление, это надо ехать аж до Луткарина, как я понимаю. Поэтому сейчас мы садимся в нашу замечательную мурочку, мурку. Кстати, я получил вареник, по-моему, да? Сейчас. Но я его сниму обязательно. Да. Ну, бывает, пацаны, бывает. Получил вареник, но ничего страшного. Это нормально. Я его сниму обязательно. И в скором времени, кстати, вы узнаете, в какую я фракцию пойду. Потому что завтра решится, в какую фракцию пойду. Потому что там друг, возможно, встанет на лидерку. Поэтому вы сами понимаете, чем
пахнет. Не буду говорить, на какую лидерку, не хочу злазить, но я хочу. Он уже не первый раз пишет, поэтому давайте пожелаем в комментариях ему удачи, чтобы он прошел обзвон. Заявка ему одобрили, остался только обзвон. Давайте в комментариях напишем: Леонид, удачи тебе. И думаю, ему... У него, точнее, все получится, поэтому пишите в комментариях. Ну, а я поехал на то место. Итак, мы почти доезжаем. Это место, где раньше дом был за, по-моему, 30 миллионов, если я не ошибаюсь. Или за 50 миллионов, я точно не помню. Там был раньше дом за 30, короче, или 50 миллионов. Примерно где-то так. Нам нужно именно туда, как я понимаю, ну, судя по видосу. Хотя можно было пробовать в любом месте, закинуть туточку, ну ладно. Так, вон у нас домик тут, видите, вон он там. Ну, там много рыбы, судя по всему, это и есть то место. Но я не буду, наверное, рисковать по полям ехать, потому что, блин, ну... Как бы, да, мне нужно рыбачить, но... Мы нарушать правила не будем. Поэтому оставляем машину здесь. И берем, идем туда. Давайте я, наверное, рюкзак кину чисто, как, знаете, чисто рыбалка. Так, пишем настройки, надеть рюкзак. Во, буду как рыбак с рюкзаком, короче, мы идем на рыбалочку. Идем на рыбалочку, ловить щуку, главное, чтобы не акулу, потому что они здесь есть. И черепахи есть, как бы, если поплавать под водой, там, некоторое время, то можно обнаружить таких персонажей, да. Давайте сейчас посмотрим, как работает эта система. Ночная такая рыбалочка у нас будет чисто. Знаете, так, с портфельчиком идем ловить рыбку. Как бы, вот ночью охеренно, не знаю, идем было, наверное, было бы не так. Наша машина вот там стоит, все хорошо. Здесь на физике рыбка есть уже, поэтому, ну, судя по всему, это место есть. Так, ну, водочка, да, это после рыбалочки, согреться надо будет нам, по-любому. Так, вон мостик, я так понимаю. Здесь раньше вот здесь был дом. По идее, здесь его уже нету, да? Да, к сожалению, здесь его нет. Не знаю, владельцу вернули деньги, либо перенесли его дом. Потому что, ну, блядь, он стоил 30, либо 50 миллионов, я точно не помню. Ну, дорого, короче. Самый дорогой дом был на сервере. Хотя, ну, не знаю, я бы себе тоже купил, потому что, ну, дом уникальный. Таких нету на сервере больше. Так, окей. Давайте, наверное, так встанем, короче, да? И пропишем команду вот эту. Фиш. Фиш. Начать рыбалку. Так, мы закинули. Окей, ждем. Ждем. Следить за поплавком. Ну, что-то мы... А, у нас удочка в руках, да? У нас удочка в руках есть. Это меня радует. У нас действительно есть удочка в руках. Так, ну что-то меня не клюет ничего. Давайте, наверное, еще раз закинем. Так, хоп. И будем ждать, пока нажимать пробел, она будет. Ну, так было написано, я не знаю. Возможно, не работает эта рыбалка. Есть, нажимаем пробел. Так. Есть, щука, пацаны, щуку словили. Есть, так. Фух. Мы щуку словили, видите, написано было, вы поймали щуку. Давайте, может, админа спросим. А куда девать рыбу, которую словил? Рыбку, которую словил. Ну, админы есть вообще на сервере? Давайте посмотрим. Думаю, наш админ мне поможет. Кстати, инсайт Малимон. Привет тебе. Я знаю его просто. Это еще что Диагатар был. Кто не в курсе. Так, давайте, может, здесь попробуем еще закинуть. Хотя, нет, здесь не получится. Хотя, если попробовать. Ну, давайте здесь попробуем закинуть, прям под фонарем. Фиш, начать рыбалку. Во, пошел контакт. Так, вы начали рыбалку обратно. Окей, ждем, пока нам высветится пробел, и будем ловить эту рыбу. Вот как ее посмотреть и так далее, не написано почему-то. Не знаю даже. Кто знает
куда нужно девать рыбу. Так, стоп. Давай, вытягивайся. Ай, блин. Я просто затупил. Так, куда девать рыбу? Рыбу, которую словил. Кто знает, куда нужно одевать рыбу, которую словил. Давайте спросим у них. Я не знаю, могут они нам помогут. Так, давайте закинем удочку. Оп. Так, сразу вытаскиваем. Что, словил я ее? Карась. У него просто випки нет. Лол. Ладно, нам здесь не ответили, короче. Привет, примешь семью? Да, приму. Только позже. Сейчас. Так, быстро нажимаем. Давай. Рыбка. Щука еще раз. Так, только позже. Сейчас рыбу ловлю. Да, приму только позже. Сейчас рыбу. Да, насчет Фомы, да, я принимаю еще. Так, давайте закончим рыбалочку. Ой, закончить. И давайте еще здесь раз попробуем. Блин. Интересно, можно ли в любом месте рыбачить? Допустим, если я вот захочу здесь рыбачить, я смогу это сделать? Начать рыбалку. О, да, можно, в натуре. Я не знал. Так, давайте напишем ФБ QQ. Так, я еще раз щуку... Блять, я щуку вытащил и проебал ее. Вот, сейчас снимаю. Напишу в там, где Лыткарина. Лыткарино дом у воды. Я там рыбку ловлю. Передай привет Серго Карпов. Привет тебе. Так, рыба. Лови ее, лови. Пацаны, ловите, давайте. Ах, сучка ушла, блять. Вот коза, блять. Так, закончить. Окей. Я уже 3 щуки поймал и 1 карпа. Так, блин, запишись ты уже, ёпту налево. Фиш. Так, начать рыбалку. Ну да, начнем давайте рыбалку. Закинем удочку. И будем рыбачить. Главное, жалко нельзя камерой крутить. Это реально бесит то, что, блин, ты тупо на месте садишь. Никаких движений не происходит, кроме того, что ты клавишу просто трахаешь. Пробел, чтобы рыба не съебалась. Как бы, да. Ну, вы поняли, да. Так. Так, давай. Давай. Блять. Ай, сучка ушла. Блять. Ну давайте еще раз попробуем. Короче, давайте последний раз пробуем здесь. Начать рыбалку. Сейчас какую рыбу словим, все, последнюю и все. И можно отсюда уезжать. Как раз пока мы словим, приедут подписчики. И мы вместе уедем отсюда. Сука, я не смог ее словить, прикиньте. Только что клюнула, сучка. Ладно, ждем еще раз. За сколько купишь? 20 грамм. У меня-то есть наркота, я могу им продать, кстати. Ладно, ждем еще раз. Сука, обратно две рыбы подряд сорвалось. Да ну его нахер, блин. Так, я так не рыбачу, пацаны. Две рыбы сразу сорвалось. 4 рыбы сорвалось, сука. Че так, блин? Обидно. 9к. Блин. Я даже не знаю. Так, погнали. Оп, подписчики едут, короче. К нам сюда, я так понимаю. Ух ты, ёпту налево. Ама Петров какой-то. QQ. Ф. Инвайт 45. Так, давай, я погнал, дружище, наверх. У меня там машинка стоит, поэтому... Да. Так, короче, с чуваком мы договорились там. Садись. Вот подписчик подъехал, я его Фому принял, короче. Спасибо, да не за что. Короче, едем к Анашану, я там наркотики продам.
Не знаешь, куда можно рыбу продать? Напишите, кто знает, в комментариях, потому что, блин, ничего, ее просто ловишь и все, ну и весь этот кайф. Не, ну прикольно, что ты бабки никакие не тратишь даже на то, что ты рыбу ловишь. Чисто на тебе может ПРПшить, с друзьями приехать так и на мостике ловить рыбу. Ну, честно, вообще без понятия. Давайте, грустит. Ну, блин, чувак не знает, где рыбу ловить, я, ну, точнее, продавать ее, либо куда ее вообще девать, я без понятия. Поэтому, ладно. Сейчас дойдем, короче, до Нашана, тогда продам пацану наркотики. Но, пацаны, такими занимайтесь, да, это такое дело, знаете. У меня вроде же были наркотики, вроде бы. Ну ладно, приедем, попробуем. Я вроде был со наркоты. Ну ладно, сейчас заедем уже. И проверим. Артём Петров, привет тебе. Вот он думал, я не снимаю, а я снимаю. Вот такой для него сюрприз. Ждем человека, короче. Капец, давай батарею подеть. Ну хорошо. Еду. Так, вот чувак, комната 27-го. И 37-го. Садитесь, пацаны хотят со мной проехаться. Ну пусть садятся. Так, Юра Бойс, привет тебе. И Данил Контрадас, привет тебе. Так, всем привет и передал. Так, чтобы потом не было вопросов. Так, вот этот человек. Так, вам нужны документы. 20 листов. Правильно. Окей, так, Ми достал черный пакет из кармана. Ду. Передал пакет человеку напротив. Давайте true. Передал пакет. Человеку напротив. Так, давайте пробуем еще раз. Неудачно, блин. Передал пакет человеку напротив. Так, давай вот уже удачно будет. Можно уже удачно передать пакет. Серьезно, блядь. Так, давайте. Sell drugs. 15, 20 и 10 тысяч. Блин, за нельзя продавать наркотики, короче. Поэтому давайте отбежим куда-то сюда, блин. Во. Так, передал пакет. Так, давайте. Удачи вам. Удачи вам. Все, мы продали ему наркотики за 10 тысяч 20 грамм. Ну, я думаю, это недорого особо, поэтому нормально. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.